Всем привет, с вами снова FeelRunners, мы снова в Age of Empires 3 Definitive Edition. Вообще, я хотел поиграть в мое любимое Трити, но, к сожалению, что-то народ ко мне не собирается. Один раз запустились, один вылетел, потом прицеп берешь, короче, все как всегда. Была комнатушечка на FFA, без перемирия. Так что сейчас будем немножечко извращаться. В прошлый раз, под одним из прошлых видео, меня просили сыграть за Францию. Правда, там, наверное, подразумевалось перемирие. Ну, неважно. Объединим здесь. Так, что-то у нас русских много. Короче, хз, я уже как-то пробовал играть в перемирие. Ой, в FFA. Меня, короче, пришли, разъебали. Посмотрим, что получится в этот раз. Единственное, не знаю, какую деку брать. Я за Францию без перемирия не играл вообще, по-моему, ни разу. У меня есть дека, по-моему, от магистра, что ли. Или сам составлял. Короче, не помню. Но, блин, знаете, такой спорный моментик. Ну, ёптать. Спорный момент в том, что... то если на нас не будут нападать, ну, в принципе, девятый немец, первый русский, француз с Голландии, непонятно какие. Блин. Америкос напрягает. Просто была мысля попробовать сыграть с карточками в перемирие. Может, реально прокатит? Или нет? Или да? Нет, да, нет, да. Ну ёптать, малый, стартуй. Боже, какие же медленные покемоны, а. Вот этот мистер Пепперс, кстати, тут уже минут 5 сидит, блядь, всех задолбливает. Поставьте карту Великие Равнины. Сначала психанул вышел, начал меня пригвозды кидать. Я ему типа написал, она пипец как часто встречается, надоела уже. Начал мне пригвозды кидать, я такой, я сам хотел захостить ее. В итоге к нам вернулся. Так, у нас зато есть азиат. Мне кажется, если ты азиат, тебе автоматически пару нулей приписывает скуру. Так, большой... Блин, чё делать-то? Я хотел, чтобы они большую Италию поставили, типа кайфовая карта. Вот это прям вообще секс. Две вышки в одном месте. Спасибо, рандом. Спасибо. От души. Так. Есть жрачка, есть коровки, сокровища. Сразу стоит казармочка. Покосарю всех ресурсов. Мне кажется, надо без перемирия деку брать. Заодно испытаем, посмотрим, что она из себя представляет. Потому что в перемирие сейчас, наверное, не зайдет. Да, давайте ее испытаем. Так, ну, кто-то сейчас по-любому сиганет навек, но только не я. Так, давай-ка побегаем вот здесь вот. Посмотрим, что нас ждет. Бандит-всадник. Что-то не вижу его. Нет-нет-нет-нет, бизончики, не убегаем. Вот, кстати, бизончиков себе подманить, наверное, будет. Подвисания какие-то нездоровые идут. Кстати, заметил, почему-то именно воломки и воуешки. Вот воломку сейчас играл, ачивочку себе херачил. И здесь такая же обуда. Другие игры нормально. Массон.
Так, иди сюда. Забираем это. Что-то я не вижу больше еду ходячую. Торговую эпоху народ сигачит. Так, штабель, древесина, военная повозка, повозка арсенала, воздушный шар, коровка, древесинка, деньги. Давайте вот это возьмем. Где-нибудь заставу поставим и все такое. Так, здесь пятаки есть, кстати. Так, у меня розовенький снизу, розовенький русский. О, а у него дек под перемирие, ему похуй вообще. Королевское посольство бурбонов. Я бы лучше на рабочих взял. Так, у вас на золото. Все грейды. И на броню керсеном. Так, бро, ты что-то куда-то слишком далеко, по-моему, побежал, нет? Займем здесь. Так, ну и дерево рубить надо. Где-то. Нихуя себе, 325. Она круговая, что ли? ЛГБТК. Да, раз. Вот он и сидит, флудит всем. Понятно теперь, к чему. Ой, что делать-то? Еще... А, у нас два пидораса, еще оранжевый. Слушайте, у них у всех деки под перемирие. Они воевать вообще не планируют? Или это я ёбнутый взял... Эй, немец, вперед! Эй, бро! Так, на первом месте я и хост. Я-то уже перешел, мне уже похеру. Оставим здесь, если что, будем туда ныкаться. Так, есть стадо. Пиздец, далеко. Очень впаду угнать. Так, далеко. Так, закажем рабочих и закажем арбалеты. Так, не разбегайтесь. Здесь нигде оленей-то поближе нету. Можно, конечно, попробовать отсюда скоммуниздить. Пойдем попробуем. О, бля, это пипец долго будет. Есть здесь. Застрельщики, капер, крытая повозка. Давайте крытую повозку. Один городской хорошо, а давай еще лучше. Так, вас сюда. Апгрейдик. Больше ни хера нет. Дуродненькие, побежали. Охереть, вы прибежали. Нравится, да. Так, на дерево. В третьем веке тоже русский сидит. Так, а я... Ага, арбалетчики сейчас вылезут. Надо понастроить чуть-чуть копейщиков, я думаю. На случай кавалерии. Да ну, блядь, это нереально. Они раньше бегали вот на такие, блядь, расстояния. Чё сейчас-то, блядь? Пиздец. Иди сюда. Ну, нормально, с армией есть. Так, там розовенький ебашит впереди, да? Я думал, сейчас пушки приедут, и, может быть, пойти немножечко суеты понаводить.
самое. Домик. Еще домик. Успел. Чуть-чуть. Так, и вызовем, наверное, застрелов. Так, есть еще один городской. Мы его поставим рядом здесь. Пойдем к розовому в гости. Бродячая корова. Ой, лишь бы сюда не напали. Никто. Так. Давайте вот это. Пиздец. Красный. Немец. Однако. Так, сразу их поведем под креп. Так, и героя. Герой нам нужен, чтобы танчить. Ебалом. Ломаем. Пусть сжигает хуй с ним, ладно. Ну, я вряд ли выиграю это лобуду. Вы знаете, как я играю без перемирия. Никак. Так, еще подкреп идет. У меня от кавалерии, правда, что-то ни хрена нету. Слабенькая защита. Хотя не, давайте вот эти. Ой. Харасим ему лимит. Городской. Он ливнул? Да, он ливнул. Найс. Все, я не первым вылетел. Это победа. Сейчас пойдем красного пиздить. Так, надо бы скидочку. Игра приостановлена. Кто там срать пошел? Так, на деревце. Не, подожди, лучше домик поставь. У нас есть эти, у нас есть алебарды. Найс. Теперь можно спокойненько добывать здесь. Коровку себе попробуем подорвать. Так, чё он, блядь, ещё пятак занял? Он вроде на голубой на стольких пятаках сидит. Нихуя себе. Сказал я себе. Голубой от меня, наверное, где-то далековато. Ага, здесь красный, я понял. Я тебя понял, бро. Так, ныкаем тебя здесь. Пойдемте, ебал, проломим красному. И вроде все остальные от нас довольно далековато должны быть. Так, еще рабочих. Добычу дерева апнем.
шоссе. Так, у нас здесь охота есть, кстати. А я-то все где-то в ебенях ищу. Трех рабочих хочу. Так, вы сюда добывать. Вы сюда. На еду. Красный на третьем веке. Двое на четвертом уже, охуеть. Ну они, кстати, мне кажется, тимерят. Они вдвоем так сидели в комнате, даже не выходили. Поэтому шансов, я говорю, на победу очень мало. Надо вынести красного, потому что, ну, охуел, таким не жжет, сука. А, собственно, я бы в голубого попробовал бы еще таких поджимать. Блять. Последний шанс красный. Давай, давайте, начинайте пиздить друг друга. Hello, buddy! Сюда. Копеечки сюда. Минус красный. Найс. Вот теперь идем домой и сидим на жопе ровно. Все, отлично. Я двоих выиграл. Хороший результат, я считаю. Так, вас сюда. Кого-то на золото. К урону. Так, коров пока что держим здесь, пусть толстеют. Верховые передвигаются быстрее, увеличивается запас, снижает расход денег на исследование. Вот это, кстати, тема. Надеюсь, здесь голубой еще не засрался. Можно у розового пойти еще отжать. Так, арбалетчиков качать смысла не вижу. Мы уже вроде бы перешли в новую эпоху. Так, давай пару домиков. Надо скидку на коза, на эти, на построечки экономические наши. Пойдем сюда. Так, бери с собой либо копья. Быстрее сожжем. Так, бегает голубой. Надеюсь, армейку он мою не видел. Так, собираем дары пригороды, насколько получается. Ну, наверное, стоит реально сейчас будет начинать уже другое. Так, еще рабочих. Уже улучшили до поезда. Тем вышибают или это он их еще понастроил? Так, ну давайте построим это и это. И перейдем на век. С кэшбэком. Так, а здесь у нас тоже эти же ребятки, да? И здесь эти же ребятки. Сама построится.
Так, 37 тысяч, 37, 47. Есть еще русский на 19 и где-то француз. Ага, синенький у нас здесь сидит. Так, они голубого вышибают, кстати. Он уже меньше пятаков имеет. Это хорошо. Ну, я сильно наглеть не буду. Возьму себе 2. 3, ладно. Так, побежали еще здесь снесем. Блин, вот, кстати, в Аомке классная кнопка есть. Нанимать юнита, повторять, короче, попытку, которую мы делали до этого. То есть там ставишь сделать крестьянина, нажимаешь кнопочку, и он сам по себе сидит, штампуется. Офигенная штука, как по мне. Жалко, здесь такого нет. Типа, не нужно делать очередь постройки, выкидывать все отсюда ресурсы. У вас само по себе будет он строиться. Так, собирай кэшбэк. Качнем это. Качнем обзор. В принципе, пассивно можно посидеть и реально покачать опыт. Мы не лезем на их территории. Они пускай разбираются между собой, что хотят, пусть делают. Мы сидим, играем в трите. Соседей ближайших я отпугнул. Противник, если пойдут, может быть, будут застревать на них, если они очень невнимательны. Может, внимательны, хз. Так, пошли сюда. Не, пошли вот сюда. Ставим вышку. Добываем золото. Так, ставим заводик. Что за хуйня? Оранжевый. Ладно, уступлю. Бери. У меня 2 пятака и так. Наглеть не будем. Еще коровку спиздим лучше. Так, еще есть живность здесь. Правда, рядом с дорогой опасненько. Так, здесь давайте дерево качать. Второй завод. И книжку. Сейчас книжки, наверное, начинать стоило бы, но слишком просто. Так, плюс надо строить стену. Не знаю как. Наверное, отсюда. Закрываться по полной будем. Так, второй завод. Построить чуть на дистанции. На дистансе. Ну да, оранжевый на это тоже сидит. Ну пусть сидит, ладно. Так, сделаем скидочку себе на апгрейды. Чё, все? Пойдем сюда сходим. Мне кажется, должно быть еще где-то еда. А, ну вот, еще бизоны есть. Где вот там? А, ну вот еще пачка бизонов. Нормально. Нормально, собираем. Так, что у нас тут? Еще одну эту строим. Так, а кстати, где мой шпион? Братан. Поработай немножечко ножками. Так. Давайте посольство.
Так, а голубой неплох. 62 тысячи. Мне, мои у тебя эти тиммейты, вот они, желтые, оранжевые, чисто на одном уровне ебашим. Так, усиление пушек, усиление это, древесина. Давайте еду, добычу еды, золото. Так, возвращайтесь домой. Ой, блядь, опять этот педик пишет что-то. Так, качнем стенку. Ну, можно было, мне кажется, и в перемирие брать. Ну, хотя ладно, у меня бы не так быстро не появились пушки и пачка, которая напугала соседей. Такс. Уникальный. А, золотой арсенал есть. Хорошо. А, да, они тиммерят. Или королевских мушкетеров заказать. Я не тиммерю. Ты тупой. Ну, блять, знакомо. Так, 2000 золота. Королевский мушкетер, 18 штук или 2 тяжелых пушки. Так, мушкетеров. Надеюсь, я не пожалею об этом. Так, вы двое идите-ка на дерево. Все, хапчик закончился. Идем сюда. Бля, здесь закончилось золото. Так, идите тоже на золотко. Вы здесь поковыриваете. Штампуем работяг. Апгрейднем мушки. Мушков. Дерево. Ну, блин, я бы вот это взял. Мы втроем в 5 веке. Есть реально ощущение, что я буду с ним пиздиться. Так, что нам надо? Давайте возьмем золото, что у нас его маловато. Нам надо бы подкопить армию. Наверное, плантации начинать качать еще параллельно. Бля, лимит нет. Так, чё там, у оранжевого 2 пятака, у голубого 1.
Реально, бля, интересно, что у них там реально происходит? Так, побегай-ка. Иди сюда. Ой, капслок. Сюда, сюда, сюда. И затем вот здесь вот, вот так вот. И домой. Так. На золото. Ты свой стен давай, который у нас будет прямо возле дома. Гаванец уже за 100 тысяч. Стос. Иди домой. Так. Штампуем рабочих. А я так, мистер Пеппер. Я такой, господи, мне не жалко. Нет, подождите. Это, конечно, все здорово. Мне кажется, вот эти апгрейды нам будут полезнее. На дерево. Давай тоже на дерево. Восстание. Опасный тип. Не точно. Так, сколько у нас тут на золоте? Иди, типа, на золото как раз будет 10-10. Так, здесь скоро закончится. Что по апгрейдам? Дает опыт за каждую технологию поставку. Берем. Дает денег за каждую вашу постройку. Берем. Что здесь? Здесь все хорошо. Качаем золото. И, наверное, давайте-ка уже быстрее кау, чтобы строилось. Ну да, да, синий с зеленым тимер, это понятно. Родной, не тупи. Делаем еще один внешний круг. Я тебе капсулок зажал. Так, близко к дороге не делаем. Типа я не обнаглевший. Просто поехавший. Это что, моя уже? Хуяси. Вот, если соединимся здесь. Есть еще тут бизоны. Так. Пойдем сюда. Так, все отлично, лимит рабочих. Качаем это. На всякий случай увеличим себе лимит на сотку. Если нам начнут дома харасить. Можно, в принципе, походить, сокровища пособирать. Так, оранжевая пачка здесь. Я так понимаю, оранжевый здесь, синий здесь, голубой, видимо, здесь. Где желтый? Он еще живой. Надо сносить синего и зеленого, раз они тиммеры. Пока есть какая-то заварушка, есть шанс пробить. Так, давайте-ка конюшню. Так, здесь пока... Хуйня, почему у меня в одной, блядь, очередь, а в другой ничего. Так, сейчас еще будет карточка. Не знаю, правда, что брать. Застрелов. Не, давайте скидку. Скидку на каву.
Такс. В принципе, сойдет. Надо провести разведку. Реально посмотреть, где они там сидят. Королевский догон гвардейцы. Эффективен против всадников. О, давай вас, блядь, понастроим, побегаем, посмотрим, что в мире делается. Так, обычно в драгунов смысла качать не вижу. Посмотрим, что на центре. Так, еще золото минус. Возле этого добывать не хочу, опасно. Так, домики нам, в принципе, тоже больше не нужны. Нужны артиллерийский завод. Так, ты здесь побегай. Смотри хотя бы, что там происходит. Так, артиллерийский завод, да. Имперский апгрейд сюда. Вот эти еще нужны. Что-то у нас на дереве, по-моему, очень мало народу. А, нет. Нет, мало. Давайте тоже. Так, сделаем ворота. Опять, блядь, тупит. Угу. Давайте древесину. Быстрее апгрейды сделаю. Так, посольство нам надо. Качаем пушки. Качаем артушки. Так, вот этот мы ставили. Хочу еще стену. Чё по очкам? 102 тысячи. Все равно эти впереди херачат. Так, оранжевый, голубой, желтый еще живые. Оранжевенькие здесь у нас. Хорошо. Учтем-с. Так, прокачали этих пацанчиков. Все равно ресурс херово капает. Забираем. Так, здесь мы далеко не продвинулись. Здесь голубой в 4 ряда уже стенку выстроил. Здесь зеленый держит пятак. Посмотри, кто здесь. Желтый. Угу. Желтый играет херовее всех, он только первую стенку строит. Вот он, зеленый. Игроков.
Вот и поиграли, называется. Сука. Обидно. Ну, хотя бы двоих проломил. Уже хоть что-то. Ну, я так понимаю, оно не восстановится, да? Пытаюсь все восстановить. Ну, давайте чуть подождем. Мне бы интересно было бы хотя бы посмотреть, какое расположение, кто как воевал. Ну, то, что синий и зеленый тимерит, это я тоже в этом уверен на 95%. На 100% нет, но на 95% вполне. Опять же, я зашел, они сидели вдвоем. Надо было бы идти и сносить их. Причем, наверное, зелененького. Хотя нет, зелененький, наверное, с этим развлекался. Короче, пизда. Какая-то проблемная игра это стала. То кто-то вылетает среди игры, то вылетаешь ты. Ладненько. С вами был Филранес. Всем пока и до новых.